यच्छक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनन्त गुणाय भमने यच्छक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनन्त गुणाय भूमने। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी Thakur Prabhupada told, if at all any special power is there with us, if at all any special quality is there with us, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада сказала, если у нас вдруг есть какая-то особая сила, особые способности, то мы все это должны передать изначальное место лотосным стопам Радхарани. То есть все особые качества, особые достоинства, которые все они исходят из того места. И мы, Гаудии, если у нас есть какие-то особые качества, если мы думаем так, то мы никогда не гордимся этим, поскольку мы знаем все доверие, все слава, вся сила от этих особых способностей, мы должны передать ее лотосным стопам Радхарани. Все, что мы делаем, все, что говорим, все мы делаем под руководством Гуру Вайшнавов. И по их милости, с помощью их силы мы делаем то, что делаем. И такова особенность Гаудии. И настоящий Гаудии, признак настоящих преданных Гаудии, что он никогда не гордится какими-то особыми силами, которые приходят к нему, поскольку он знает, что все прямо или косвенно делается Бхагаваном Шри Кришной, и поэтому нет смысла этим гордиться. Вчера я говорил что мы не знаем, как долго мы путешествуем по этому миру, мы общаемся с какими-то материальными людьми, это происходит бесконечное количество времени, и поэтому у нас характер наш стал плохой из-за этого влияния. Из-за общения с материей мы, как сказать, характер испортился. А что такое антиматерия? Если везде материя. Вот в науке говорят, если есть материя, то и антиматерия должна быть. То есть если ночь, должен так быть и день. Если хорошее, то и плохое, соответственно. И все, что мы можем думать, то есть любые представления, термины, у всех их есть противоположность. И поэтому, если есть материя, но мы ничего не знаем об этой материи. Все наши органы чувств, они все материальны. И поэтому должно быть что-то, нечто противоположное. И что такое антиматерия? Это значит чиной, нечто трансцендентное. То, что не материя. И вот, чтобы дать вам точное впечатление о идее о этом трансцендентном. Я пытался вам рассказать раньше, дать какое-то представление о том, что зовется материя и антиматерия, материальная и трансцендентная. И если вы до сих пор не поняли, что есть материальное, что трансцендентное, то вы не имеете права слушать дальше, поскольку все вещи, которые описываются в Бхагаватам, они апракрита. они трансцендентны, и они представлены в разных формах нам, чтобы мы получили представление, что благо, что не благо для нас, что трансцендентное, что материальное, и до какого уровня нам нужно возвыситься, и на каком мы находимся сейчас уровне. И вот мы должны примерно представлять, сколько нам еще осталось идти, чтобы мы не могли совершить никакую ошибку в нашей жизни и в нашем характере. И вот здесь, в 10-й части, 10 главе Бхагаватам, 29-я, 10-я песня, 29 глава, в ней описывается сокровенная лила Кришны, Бхагавана Шри Кришны. Три. Вот эти три слова описывают Бхагаваттату Вигьяну. Кто сказал? Это один из 12 Махаджан, Ямарадж. Он описывает это такими словами. Эти три слова. Гухьям значит самое сокровенное. Вишудхам. Наичистейшее, такое чистое, что вы не можете представить такой уровень чистоты. И Дурбодхям. Оно находится за пределами человеческого понимания, оно за пределами логического объяснения. И как это возможно? Это возможно только по милости Гуру Вайшнавов. Только по милости Гуру Вайшнавов все возможно. Гуру Пито Паячати Вайкунта Йогидам Дурлабам. И вот в прославлении Бхагаватам говорятся такие слова. То, что невозможно достичь, и мы можем достичь такого недостижимого успеха. И Гуру Крипа, Саду Крипа, это значит. Саду Санга, Сарвасасте Кой, Лабаматто Саду Санга, Сарвасиддия. Сарвасиддия Сарвасити значит, вы сможете обрести это сокровенное сокровище, которое находится в очень сокровенном месте. Это такое самое сокровенное. У вас нет права, но у вас есть право в то же самое время, как. И здесь говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху явился. Он пришел сюда, чтобы дать нам то, что никогда не давалось долгое время, и сейчас Чайтанья Махапрабху явился в этом мире, чтобы раздать это. Вот Унната Уджвала Раса, даже она настолько чиста, настолько прекрасна, и сияющая. И в Картикврату она называется Уджаврата, Уджашвари, слово от имени Радхарани Картикврата. А это Пурушоттамврата. Она тоже очень важна. Она наиболее важна, и у нас есть возможность говорить об этом сокровенном знании. И хотя у нас нет права, но все же, если мы искренне, и по милости Гуру Вайшнавов, если мы будем слушать его Чайтанья Чайтамрите, Чайтанья Бхагавате, Шримад Бхагаватам Махапурана до 9 главы, и до 9 песни, если мы можем достичь того уровня Дхиры. Никто не хочет об этом говорить. Это проблема, поскольку они не игнорируют эту важную стадию. Для кого? Ачирена Дхира. Для тех, кто Дхира. Дхира значит тот, кто умиротворен. Why Krishna Bhakti is so peaceful? There's no desire, no expectation. Почему преданные Кришне настолько спокойны, поскольку у них нет желаний, нет каких-то бессмысленных надежд? Они, их сердца полностью умиротворены, поскольку у них нет материальных желаний. И вот дира значит. Нету, что у него нет желаний на вот этом уровне. И если есть какие-то анархи, но они очень малы, их практически. То есть они в преданном, который достиг уровня дхири, могут находиться, но они в таком скрытом состоянии, и они его нисколько не беспокоят. И вот когда я это еще раз повторю, чтобы вы запомнили на всю жизнь то, что я хотел сказать, и чтобы вы не ошибались. Я еще раз вернусь попозже к этой шлоке. И вот вчера мы говорили о том, что Враджа-гопи, они не женщины. Это не какой-то... Расалила — это не какое-то место, где какие-то женщины, Бхагаван Шри Кришна. Нет, это не так. Это не материальное. Те гопи, они все Сварупшакти. Сварупшакти, они это внутренняя энергия Господа и внешняя. Хотя выглядят они как мужчины, женщины и мужчины, но внешне они не... Но это не то. То есть Радхарани и Кришна, они просто приняли такую форму. В Бхагаватам говорится «са эваса». Что значит «са»? Значит, это Кришна, он не отличен от Радхарани. Radha Krishna Milita Tanu. Totally unification Gauranga. Такая совмещенная форма Рада Кришны — это Гауранга. Это тот Верховный Господь, он не мог... То есть, если не было бы такой... Если бы они не были такими раздельными личностями, то Господь не мог бы вкусить вкус этой расы. То есть, если нету... То есть, кто может вкусить этот вкус, и как этот вкус должен быть объект этого вкуса, иначе невозможно. И различные философы, хотя я не заинтересован в них, но все же я вынужден сказать, чтобы привести пример, все разные философы в этом мире. Те, кто достигли какого-то определенного уровня, они до Бхагаватам, конечно, не все не возвысились, но так или иначе они возвысились до какого-то уровня. И вот они говорят, если есть какая-то верховная личность, Говинда, Паракилешвар, и если есть такая сверхличность, в этом случае наш вопрос, он имеет такое мужское, как сказать, мужской характер или женский, но в Ведах, в Веданте и даже в Библии говорится Амритасья Путра. Амритасья Путра значит, что мы дети Амриты, что мы снизошли, что так или иначе указывает на Верховную Личность, и энергия, она также присутствует. И вчера я говорил о том, что если вы думаете, что вы женщины или мужчины, то не имеете права слушать Расалилу. Если вы думаете, что вы слишком старые, либо слишком или браманы, или... еще кто-то, то есть вы должны избавиться от всех материальных отождествлений, которые вы имеете в этом материальном мире. И так, когда вы освободитесь от всех отождествлений, и вот согласно этой шлоке, Чайтанья Махапрабху говорит о том, как мы можем обрести такое великое служение, как можно обрести такое превосходное служение, как обрести наивысшее блажение. И Чайтанья Махапрабху и разные философы, которые возвысились до определенного уровня, они тоже говорят, если вы хотите обрести, получить вкус этой духовной личности Бога, вы должны принять форму шакти. То есть вы должны стать шакти, то есть его энергией. Чит-шакти. Вы должны понять это. В материальном мире также. Я могу пример привести. И хотя этот пример не точный, он отличается, но это дигдаршан называется, то есть он примерное его направление показывает. И вот в материальном мире можно найти, что мужчина может понять красоту женщины. То есть сама женщина не может своей красоты осознать в полной мере. И в этом материальном мире женщина может оценить красоту мужчины. Это естественно. Это такие естественное подвлияние Майи, это так происходит. Татвагьяни, те, кто возвышенные души, они никогда не видят кого-то как мужчин и женщин, они их мировоззрение оно полностью отлично, оно надмирно. И кого бы они не видели, они видят, что они видят все в связи с Кришной. И без связи с Кришной они не могут ничего найти. Это их такое мировоззрение, видение. И вот в материальном мире такое мировоззрение оно присутствует, поскольку красота женщины, только мужчина может ее понять, оценить в полной мере. Это Майя Деви так влияет, и наоборот, соответственно. И вот смотрите, Верховный Господь, кто есть, настолько велик, мы не можем описать Его словами. Их недостаточно, чтобы описать величие Кришны, Его красоту и все остальное. И в шастрах описывается, что если увидите руку Кришны, ваши глаза не смогут оторваться от Его руки. Или если увидите Его лотосные стопы, ваши глаза тоже не смогут оторваться от Него. Любую часть тела, как Кришны, если вы увидите, вы не сможете оторвать взгляда, вы не верите, поскольку у вас нет практического опыта. И по милости Гуру Вайшнава, когда вы будете совершать баджан и возвыситесь до этого уровня, когда Кама Гайатри, она даст вам свой даршан, то сам Сакшат Камадев, вы получите его даршан, и тогда вы поймете, о чем мы говорим. Просто какими-то умственными заключениями той философии, которую вы узнали из материального мира, для вас это невозможно, то, что я хочу показать вам. И вот, никогда не пытайтесь совершать ошибок. Будьте осторожны, если вы сможете возвыситься до того уровня, я осознаю это, я помогу вам. I can catch you and throw in the ocean of material. То есть со своими, то есть это все по милости может произойти только своими собственными материальными попытками это невозможно. Я должен следовать Шри Прабхупаде, Шри Бхактивинода Тхакура, Шри Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Шри Дам Махараджа, Кеша Махараджа. Я не могу слышать никакие другие суждения ни от кого. Я все получаю от Шри Прабхупады, Шри Бхактивинода Тхакура. То есть все, что я говорю, это то, что я узнал от них. В другом я не заинтересован. И вот то, что я чувствую, я говорю об этом. То, что я не чувствую, я не говорю. Шрила Прабхупада говорит, то, что вы не имеете права говорить о том, что вы не знаете, то, что вы не чувствуете. Кто будет слушать ваши лекции, так много всяких лекторов вокруг в этом мире. Я не какой-то лектор, что вы можете ожидать какой-то красивую лекцию от меня. Я не какой-то лингвист, чтобы вы ожидали какой-то прекрасный язык или синонимы. А что вы можете ожидать от меня? То прямое чувство, которое Шрила Парамахамса Шрила Прабхупада, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж вложил в мое сердце. Я могу поделиться им с вами, если вы заинтересованы по-настоящему. Если вы не заинтересованы, то нет. Вот эти слова значат то прямое чувство, которое я получил от моего Гуру Падмы. Я могу поделиться вам им с вами. Это, там, у меня такое сокровище. Я не думаю, что у меня есть что-то, какое-то еще сокровище, кроме этого. И вот долгое время я вчера говорил о великолепии, о красоте Кришна-лилы. Раса-лила значит обрести ананта, уджала расу. Раса значит раса. Раса-лила значит раса, то, когда максимальная, как сказать, то есть раса свои. То есть распространяется раса в своей наивысшей степени, это есть раса-лила, это не какой-то танец. И вот мой Гурудев Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж говорит, что люди думают, это подобно танцам в каком-то отеле, но не думайте так. И Сатакоти Гопи 100 раз по 10 миллионов гопи, и Кришна, он также явил себя, но не так, как Шабари Муни. Шабари Муни явил себя, то есть, но Кришна, смотрите, если он явил себя 100 раз по 10 миллионов раз, то каждый Кришна, он изначальный Кришна. Кришна, он присутствует на своей свадьбе, в смысле, на всех 16 тысяч, на всех 16 тысячах 108 женах, в смысле, в 16 тысячах 100 свадьбах, то он везде присутствует и сам изначальный Кришна. Не значит, что у Рукмини там настоящий Кришна, а другой жены копия Кришны, нет. А вот в случае Шабари Муни это отличается, поскольку он своей йогической силой явил, как копировал себя в 49 экспансии. И поэтому моя просьба прежде всего, вы пытайтесь почувствовать такое великолепие Кришна-лилы, иначе вы пойдете. Это моя обязанность на пути Шрила Прабхупады и Шрила Бхактивинода Тхакура. Они дали мне способность, и поэтому моя обязанность вложить настоящее чувство в ваше сердце, чтобы никакого вожделения не могло быть. И никакой камы. Я уже сказал вам, что Вастахан Лила, что те падшие души в этом материальном мире, они могут что-то сказать красивое. А люди, такое скрытое вожделение, пассивное вожделение, они очень восхищаются всякими философами, и их, как сказать, вожделение, оно как-то удовлетворяется. Они они опустят вас так ниже и ниже. И поэтому я сказал много раз, я говорил, что когда один так называемый преданный поехал на Удипу, на тот берег реки, потом пришел Гауркишордас Бабаджи Махараджу и сказал, а Гауркишордас Бабаджи Махараджу, он антарьями, знает все. Он спросил, откуда он пришел, а он сказал, что я пришел из Харикатхи, там Брахмагиту обсуждают. Настолько прекрасно. И Гауркишордас Бабаджи Махарадж сказал, не ходи туда, почему? И там же Харикатха. Почему не ходить? Там вроде Харикатха идет, но нет, не Харикатха. Они плачут там все, они катаются по земле, нет. Гауркишордас Бабаджи Махарадж говорит, что нет, это просто их такое скрытое вожделение. Они... Это не према, это просто кама. Не иди туда, и тогда. То они говорят только о деньгах, деньги, это их, так сказать, цель их харикатхи. Они просто повторяют эти слова, там, деньги, что деньги слаще меда, и все на этом. И то место, где они сидели, спикер Брахмагиты, это место нужно очистить. И как очистить? Нужно на 20 футов, эти 20 футов земли осквернены, нужно выкинуть. Опять положить туда глину с ганги и коровьим навозом очистить это место. Поэтому не ходи туда. И те, кто слушали это, они тоже осквернились и никогда не смогут достичь Кришны. И вот и те, кто слушает такую харикатху, гарантируют, что они не достигнут Кришны. То есть если кто-то... И вот вчера я говорил, те гопи, они плакали. Sanmahita charja charitatna chalet tilokhyam trailakya saubhagam idam cha niriksharupam yad godrijodrumamigad pulakan vibram kastri angote kalapadayat murchitena sanmahita charja charitatna chalet tilokhyam Kastri angate kalapadayat murchitena sanmhita charja charitatna chalet trilakyam trailakya sauvagam cha niriksha rupam jad godrijodrumamiga pulakani vibran. Who can you show there is one single lady who can avoid the attraction of Krishna? Единственное, вот гопи говорят, можешь ли ты показать кого-то, кто не мог бы привлечься звуком твоей флейты и сиданта какова, что все дживатмы, они татаса шакти, они все шакти. Они все шакти, не шактиманы, все дживы, они получают тела, кто-то женское, кто-то мужское, человеческое тело. Кто-то думает, что они мужчины и женщины, но нет, это не так. И чтобы получить результат вашей кармы, вы получаете это тело соответствующее. Чтобы получить результаты плодов вашей кармы, вы должны наслаждаться, поскольку вы грубого тела вы не можете наслаждаться, поэтому оно дается вам, либо страдает соответственно. А тела гуру вайшнавов, они не такие, они приходят и уходят из этого мира по желанию Кришны. Шрила Прабхупада явился в этом мире по желанию Гауранги и ушел по его желанию. И нет, то есть вайшнав, он не должен, он не страдает от своей кармы. А если вы видите, что Шрила Пури Махарадж или Шрила Махарадж, они страдают, то это просто для того, чтобы обмануть вас. Вы не можете понять, почему они страдают. Они не страдают. Можно внешне только найти, выглядит, как будто они страдают, но они не страдают на самом деле. Все материальные страдания, может, они как-то быть в какой-то форме, но они их не беспокоят совершенно. Это просто, чтобы вас сбить с толку. И вот если вы видите, что вайшнавы как-то страдают внешне, то это не так. Они находятся в океане трансцендентного блаженства. И у меня есть практический опыт, и поэтому я говорю так. Я это видел по милости гуру вайшнавов в своей жизни. Вот был один Сатья Говинда Махарадж, он был ученик Шрилы Прабхупады. Он любил меня очень сильно. Гири Махарадж, Бхакти Сагана Шанта Госвами Махарадж, Наянананда Дас Бабаджи Махарадж. Так много преданных. И практически я видел вот Сатья Говинда Махарадж. Однажды он пришел с Йогапиткой и пошел к моему Гурудеву утром, рано утром. И вошел в его комнату, я там был в то время, и говорит. Мой Гурудев спрашивает, почему так рано пришли. Он в Йогапитке жил или в Чайтанья Матхе. Он был такой старший преданный, пожилой достаточно. И он, мой Гурудев спросил, почему ты пришел. А он сказал, Радхарани, она отругала меня. Он сказал, он сказал, что почему ты, ну, передать ему, что до сих пор не принял саньясу, что иди и прими саньяс от него. И вот и так Гуру Махарадж, он дал ему саньясу. И я видел, как в жизни Гуру Варги, и он сидел перед моим Гурудевом с опущенной головой. И он был настолько смирен, он его брат в Боге, но он воспринимал его как гуру. И посмотрите в жизни Кришнадас Бабаджи Махараджа. Он иногда приходил в ашрам Шрилы Сиддхар Махараджа и жил там. Он иногда он Сиддхар Махарадж иногда выгонял его из своего храма. И вот Бабаджи Махарадж собирался, уезжал, а потом вечером приходился, кланялся Сиддхар Махараджу. Сиддхар Махарадж говорит, я же тебя просил уехать. Но Махарадж сказал, ты сказал уехать. Я уехал, но ты мне говорил не возвращаться, поэтому я вернулся. Вот, он настолько был смиренен. Я видел. Так, и вот Сатья Говинда Махарадж, иногда у него чесотка была какая-то, и мы с ним вместе поехали в Калькутту к доктору, и И вот какой-то доктор проверил его. И потом мы поехали в Пури с ним, и в Пури он хотел в Сваргадвара пойти, вот, где Баджан Кутир Шрила Бхактивinoда Тхакур много раз туда ходил, и я видел, он как ребенок себя вел, и он не страдал. Хотя внешне, ну, можно видеть, он как-то страдал, но внутри он не чувствовал ничего. Люди какие-то посторонние приходили, сочувствовали ему, что он страдает, но я видел, что он совершенно не страдает, и поэтому, если у вас будет возможность видеть гуру Вайшнавов, и по милости Гуру Вайшнава вы сможете видеть их, они самопроявленные. Если Сантьяго Гавинда Махарадж благословит меня, и я обрету его милость, или Шрила Бхактивinoда Пури Госвами Махарадж благословит меня, и по его милости я смогу их увидеть. И таким образом вы должны понять, что для того, чтобы спасти себя день и ночь, прошу вас, изучайте Вайшнава Чариту, изучайте жизнеописание Вайшнава, их жизнь. Если вы хотите защитить себя на пути баджана, мой совет, что вы должны изучать жизнь гуру Вайшнавов день и ночь, и пытайтесь понять Сидданту Чайтанья Махапрабху под руководством чистых гуру Вайшнавов, и тогда, и только тогда вы сможете возвыситься до того уровня, иначе нет. И вот здесь говорится, что те гопи, они плачут. Можешь ли ты показать нам Калапада? То есть, если какая-то женщина стрия, кто не привлечен красотой звучания твоей флейты, и Дурга Сиддханта, Кастянга, то есть по-другому, если шлоку понять, то все шакти, все души, татаска — это пограничная энергия, и весь мир, бесконечные дживы, они должны чувствовать влечение к Кришне. Но не чувствует, почему, я уже сказал, из-за влияния майи, за то, что не покрыты майи, они не чувствуют такой привязанности, влечения к Кришне. И даже во Вриндаване говорится, что те женщины, корова, мрига, эти олени, деревья, и всякие кустарники, травы, растения, они все чувствуют, так сказать, чувства, они чувствуют влечение, когда слышат звук флейты Кришны. Арджа-чарит значит, вы должны следовать правилам и предписаниями, которые указаны писаниями. Арджа-чарит. Что это значит? Что те, кто следует строго ведическим правилам и предписаниям арья-чарит, они никогда не нарушают того, что предписано ведами. И вот когда ты играешь на этой флейте вену, и вот автоматически они вынуждены, вот, например, вы следуете ведическим правилам и предписаниям, И это зовется Арджа Чарит. Но если кто-то услышит этот звук флейты Кришны, он даже не сможет дальше следовать этим ведическим предписаниям. И то же самое можно найти в случае с Удавой. Когда Удав отправился в Раджадам, он начал плакать и говорить такие слова. Вот вы вынуждены нарушить эти правила предписания. Вы не сможете находиться на одном месте. Такова сила Кришны. Трилакша значит три. Эти три этих три мира. И вот коровы, птицы, олени, деревья, кустарники и прочие растения, они все чувствуют какое-то экстатическое чувство. И вот Шукадев Госвами, он хочет сказать нечто очень важное. Вы должны понять, очень научная вещь сказана Шукадевой Парикшита. Каждое слово вы должны понять. Вот здесь Шукадев Госвами говорит, 42 шлока, 29 глава. Iti biklavitam tasam srutya yogeswareswara prahossa sadayam gopiratmarhamopi ariramat iti biklavitam tasam srutya yogeswareswara. When those gopika they are expressing Aprakrita, они сокрушаются перед Кришной, они плачут, и Кришна слышит их особую такую молитву. Сердце Кришны тает. Кришна, его сердце уже растаяло, и Кришна слышит. Слыша, что они так сокрушаются, так они выражают свое глубокое чувство, что «О Кришна». Вот, когда они говорят так, они пытаются выразить свое такое чувство, «О Кришна». Кто такой Кришна? Описывается он такими словами Йогешвари. Он повелители йогов. Кришна не просто Йогешвар, Йогешвара. То есть он лучший, он тот, кто повелевает повелителем йоги. И вот этот Говинда. Прахася значит Пракришта, то есть у него Кришна улыбается, но он улыбается с какой-то целью. И вот его улыбка имеет глубокое значение, почему он улыбается. И вот Кришна так, он очень доволен этими гопи. И Шукадев Госвами пишет, вот, говорит очень научные слова. И вот Шукадев говорит, о царь Кришна, он сам Атмарам. Атмарам. Значит, тот, кто полностью удовлетворен себя. Ничего, что ему нужно было с этого материального мира. Тот, кто самоудовлетворен сам в себе, тот зовется Атмарама. И вот этот Кришна, Верховная Личность, Гопинат, он стал очень доволен этими гопи и начал совершать лилу. И описывается и вот Парикшит Махарадж говорит, почему Кришна он нарушил правила предписания, это не Парикшит Махараджа вопрос. Парикшит Махарадж спрашивает такие вопросы, на которые у нас есть сомнения, а Парикшит Махарадж спрашивает это и отвечает. Шукадев отвечает на такие наши сомнения, поскольку кто говорит лучше из Парамахамса, Шукадев Госвами, кто хочет вложить эту силу, эту способность, чтобы понять эту сокровенную лилу. Почему Кришна нарушает правила? Почему? Это не вопрос Парикшит Махараджа, это вопрос нашего сердца. И вот смотрите, Кришна очень доволен, и все, и он начал совершать лилу. И хотя он Атмарам, но все же он совершает эту раса-лилу, но раса-лила, она вечная. В любой браманде можно найти раса-лилу в любом состоянии. Поскольку сейчас, поскольку она вечна, то в любой браманде она происходит сейчас. Кришна занят раса-лилой. И вот раса, она вечна. И эта раса тоже вечна. И те, кто находятся в этой расе, они тоже вечны. Поскольку если мы не обмениваемся расой, то почему Кришна явил себя в двух формах? Рада Кришна. В Упанишадах говорится такие слова, что в одиночку вы не можете наслаждаться. Например, вы очень и очень богат, но что вы будете делать со своими деньгами? Если вы один, если у вас много денег, и на каком-то острове необитаемо будете жить с кучей золота и прочего, что толку от этого? Это подумайте снова и снова, что вам это богатство нужно, чтобы вы, поскольку вы в обществе находитесь. Я уже сказал, что если не было бы никакой души рядом с вами, что вы будете делать с этим богатством? То есть вы можете просто сойти с ума, что сделать с этими деньгами. Я имею в виду, что польза от знания, от богатства, от любых способностей, вы можете наслаждаться, что есть еще кто-то, какие-то другие люди. Почему мать любит сына, сын любит мать, или отец любит сына, сын отца, соответственно, почему, какова причина всего этого? Я уже сказал, поскольку душа пребывает в их теле, атма. Если бы не было атмы, то и вот атма, когда уходит она из тела кого-то, то уже мы не чувствуем никакого блаженства, наслаждения от общения с этим человеком. Атмана везде пребывает. Из Бхагаватам я могу цитировать шлоку из Бхагаватам. Атмавасу значит атма пребывает везде. Вы не можете видеть вашими материальными глазами, но бесконечные дживы атмы, они находятся везде, и поэтому вы можете наслаждаться этим миром. Если бы не было души нигде, то это невозможно было бы. Это ваш сын? Нет, это не ваш сын. Если душа уйдет из этого тела, то мать этого ребенка она даст в крематории. И что это доказывает? То, что пока атма, душа пребывает в теле, вы сможете наслаждаться с ним. И кто сотворил эти бесконечные вселенные, Кришна, он сотворил эти все бесчисленные вселенные. И в то время, как вы говорите, что Кришна хочет наслаждаться с этими гопи, это не совсем хорошо. Это глупая концепция, это ума, как сказать, настроение животного. У вас нет права говорить, поскольку в этом материальном мире так много мужчин и женщин. И поэтому я могу вас переспорить. Поскольку есть множество мужчины и женщины в этом мире, но все они татастха-шакти. Кто-то думает, что я мужчина, кто-то женщина. И таким образом все под влиянием Майи люди думают, что мы мужчины, я мужчина, а ты женщина, давай наслаждаться. И таким образом, но кто может пойти против Кришны? Шрила Прабхупад говорит, что в этом мире бесконечное число мужчин и женщин. Они могут делать что-то законное там или незаконное это в этом материальном мире. Может быть, они... Но Кришна, кто может сказать, что это о Кришне? Поскольку Кришна, он единственный наслаждающийся, он единственный. Кришна, он единственный авторитет, а все дживатмы — это его шакти, его энергия. И кто может что-то против Кришны сказать? Кришна, он Атмарам. Кришна, он подобно древу, который исполняет все желания. Он может делать все, что угодно. Он Сарат. Сарат значит, он может делать все, что он хочет, и никто не может сказать ничего против. И поэтому Шри Кришна, читание Махапрабху, сказал нам, что те глупые люди, они не понимают этого. И чтобы вот дать... И вот чтобы получить, мы смогли войти в, осознать Расататтву. Махапрабху дал нам вот эту шлоку, что Кришна может сделать со мной все, что хочет. Он может хорошо себя вести себя или нет, но я не имею права ничего против Кришны говорить. А кто я? Те великие личности, которые находятся в этом материальном мире, они думают, что мы можем что-то там... Оценить Кришну как-то, и какие-то философы пишут всякую ересь о Кришне. Они глупцы, они не знают, что это не материальная философия. Вот какой-то индийский философ, которому поклоняется весь мир, а мы не уважаем его, мы можем привести его и рассказать, что к чему. Видясагар может быть, мы тоже его пригласим и расскажем, поскольку все его образование из этого материального мира. Но наш курс Саутапанта мы должны слушать и узнавать. Видясагар, он и этот Банкимчандра, они должны получить должное знание от Шрилы Бхактивинода Такура. И пусть, если даже весь мир будет против меня, я все равно буду говорить то же самое. И вот суть в том, что мы должны найти настоящего Вайшнава, сердце которого полно расы, и от него мы можем такое узнать. А если какой-то ачарья, которого сердце полно вожделения, то какую расу мы можем получить из его сердца, если ее нет, а если есть, то это пракрита, материальная раса. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, если кто-то думает, что в таком состоянии анарт, если вы находитесь в океане анарт, в этом случае вы можете слушать Расалилу, то это он сахаджи. Будьте уверены, он не Гауди, он Сахаджи. Вы должны оставить его. И вот, смотрите. Я снова и снова говорю, пытайтесь понять это под руководством Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупады. То настроение Шичитани Махапрабху, он можно узнать все из его учения. По читанию Махапрабху он может показать, мы можем получить даршан его лотосных стоп, все его действия, любые действия, читание Махапрабху, куда бы он ни смотрел, где бы он ни сидел, ни шел, говорил что-то, любые его действия, которые совершают чистые гуру Вайшнавы, можно найти учение в них. И вот в этой шлоке говорится, Sabhaktebhyo, for his own, devotees. Для своих преданных. Sabhaktebhyo means eternal person. You can speak this way also. То есть можно сказать, что это для своих личных спутников или тех, кто предался ему. Махапрабху тоже принимает их и для них. Sabhaktebhyo. Sabhaktebhyo means when Chaitanya Mahaprabhu accepts you, you are mine. Тогда, когда Махапрабху примет нас, что вы его, и это не если Чайтанья Махапрабху увидит, что вы полностью предались ему на 100%, тогда Нитянанда сначала примет вас и поднесет лотосным стопам Махапрабху, как Рагунат Дас Госвами. И вот смотрите, пример, Рагунат Дас Госвами пытался снова и снова, но когда он пошел к Нитянанде, о Прабху, Нитянанда благословил его и дал ему служение лотосным стопам Гауранги. Все дживатмы таким образом. И вот когда этот Верховный Господь, Он примет меня, как своего собственного севака, то тогда, и вот таким образом я могу объяснить эту шлоку. Не для других, а для тех, для своих. То есть для тех, кто уже предались Господу полностью, что они отдались Господу, что мне нет никакого отдельного самоотождествления, и тогда для них Махапрабху показывает пример баджана. Мудра значит разные положения тела. Почему Махапрабху, он упал без сознания там, почему он плачет, почему он там бежит, почему это все происходит. nija bhajana mudram podisham. Чтобы дать вам урок, как обрести то служение Манджари Бабу. Не для того, чтобы вы пошли на Радакунду, к Сахаджи, взяли какую-то Калпину, Сахаджи, стали гопи, там целая фабрика гопи. У них такая фабрика, могут взять деньги и дать вам титул гопи. I know, everything, they can make you gopi. Follow? Yes, ready-made gopi. But in Gaudiya Math, actually, in Gaudiya Math, you cannot find. Вы не можете ничего подобного найти. I'm very sorry. Actually, we are not sincere. Из-за того, что мы не искренне. We are actually not eligible to give protection, proper protection, to stop people going to hell. Мы не всегда можем остановить людей от того, чтобы они шли в ад. Почему я не могу изменить их? Почему так много плохого происходит сейчас? Мы не можем позволить таким плохим действиям быть в Гаудия Матхе. Нет. И вот сочетание Махапрабху явил всеми своими действиями, он дает нам учение какое-то. Если вы хотите получить настоящее руководство Расататве, если вы хотите возвыситься, то вы должны следовать сочетанию Махапрабху полностью, иначе нет. И поэтому Шукадев Госвами говорит, хотя Кришна, он Атмарам, но все же он вынужден был, потому что, чтобы наслаждаться. Чтобы даровать наслаждение. Это такая беспричинная милость. Is one kind of causeless mercy Krishna wanted to give in front of. Like I already told, why Krishna sending those coward boys to make some rice, пастушков просить какую-то просату браманов. They couldn't realize. After that, они не смогли осознать сразу, но потом они поняли, что они совершали ягью, тут сам Кришна пришел, и этот Кришна Баларам, они пришли, и спросили какой-то еды. Но Кришна, он самоудовлетворен, но он просит что-то у нас, чтобы даровать нам милость. И также Гуру Вайшнавы, им ничто не нужно, они самоудовлетворены. Muttam Vayano Ratipatim Ramans Chakara. I don't like to discuss this point. This way Krishna started, Rasa Lila, very nice, Rasa Lila. After that you see, those Gopikas, they are getting Krishna very closely. И Кришна, он Паратпаракилешвар, мы не можем надеяться, что Кришна, йоги, риши, они совершают баджан тысячи и тысячи лет. Я уже говорил. Dhenavastita tadgatena manasva pasvantiyam yogina yasantanna vidu sura suragana devayata asmai namaha jadapi samadhisu. Rupa Goswami Bhat Kirtan Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande Yadati shamadishu virakipashat natavana kagramarichi. Why? Почему Рупа Госвами Пад говорит такие слова? Как мы можем надеяться? бесконечные Брахманды. Кришна, он нечто редко, очень редко достижимое. Риши Муни, они тысячи лет совершают баджан, но они не сразу получают даршан его лотосных стоп. И вот этот Кришна, он сейчас танцует здесь. И вот те гопи, они... Кришна, он близко подошел к ним. Они очень думали, что мы очень удачливы. Кришна настолько близко к нам. Очень близко. Кришна здесь. И вот они очень, они начали гордиться, что Кришна, он с нами. И тогда Кришна мог понять, что они возгордились. И вот они, и вот когда они подумали, что они настолько удачливы, что сам Кришна находится рядом с ними. И Кришна мог понять их гордость, и Кришна пропал. Никто не мог найти, где же Кришна, чтобы проучить их. Кришна пропал. И вот два, для того, чтобы остудить их, так сказать, и вот Кришна пропал для двух целей. Первое, чтобы нейтрализовать их гордость, и второе, чтобы смирение у них появилось, и чтобы благословить их. Крипа значит, чтобы они поняли, кто он есть. Prasomāyo prasādayo tatraiva antarjyata. Then Krishna vanishes. When Krishna vanishes, и вот когда Кришна ушел, то Кришна, когда пропал, то еще Сукадева Госвами говорит: Karimya eva yuthapam. Like, sea elephant, gone mad. And lamenting like mad. И вот подобно сумасшедшему слону они начали сокрушаться, жалеть. Где же Кришна? Кришна ушел. Где же Кришна? Куда он пропал? Antarhite Bhagavati. И вот когда Кришна пропал, Кришна, и кто же, как Расешвари и Расешвари Кришна, кто же будет совершать эту лилу? Куда он пропал? Они начали думать, куда же ушел Кришна. Кришна, как будто он украл их ум. Кришна подобен вору. Кришна забрал их ум, их сердце и ушел. Только тело осталось. Но это тело было подобно мертвому телу, или Рурабав. Рурабав значит, когда эта бхавана достигает своего наивысшей степени. То есть, и человек, находящийся в таком состояние, поскольку Кришна пребывает в их сердце, они начинают думать, что я Кришна, и я убью там Бакасу, или Путану, или Агасу. Адиру Рабава называется такое состояние. И вот Радхарани, она наивысшая. Ее чувство, но наивысшее никто не может превзойти его. И Чайтанья Махапрабху, он даже больше является. Антарите Бхагавати Сахасайва Праджанганаха Тапьямс Стам Ачакшанаха Каринна Ива Юхапам. Those Gopikas not seeing Krishna in front of them, they started acting like a mad elephant. Когда они потеряли Кришну, увидя, что они начали, они стали подобно сумасшедшим слонам. Они ходили по разным лесам и звали: «О, Кришна, где же ты? Мы умрем без тебя». И Шукадев Госвами говорит дальше. Bichikyu, Sukdev Goswami writing, Gayanta Uchchair, Omum Eva Sanghata, Bichikyu Unmattakavad Banat Banam. Unmattakavad, just mad lady. Ah, like mad. Running from this forest to that forest, searching all over forest, there Krishna, where is... И вот они во Врадже, они ходили, искали Кришну, и вот во Врадже есть такой киртан, но у нас нет права его петь, но я пару строчек вам приведу, чтобы чувство у вас появилось. Hey Ghanasham, where you are? We are searching you, cannot find you. Vrindavan in Vrindavan, so nice song. We have no right. So Bichikyu Unmattakavat Banat Banam. They are singing and traveling from one forest to another. И так они ходят с одного леса в другой, ищут Кришну. Prapachur akashavad antaram. Bahirvuteshu santyam purusham vanaspatina. They are asking everywhere. To our trees and people, to deer, here and there. They say, you have seen Krishna. Maybe you have seen Krishna. Oh, Tulasi. Maybe you have seen Krishna going to, because we see, we find some kind of feeling here. Oh, Tulasi, you know. Hey, Madhavi. Hey, Madhavi. Hey, Madhavi. Может, вы наверняка видели Кришну. Кришна, может, туда пошел. Видели ли вы, поскольку мы чувствуем, что мы чувствуем, что видели Кришну. И вот они спрашивают деревьев, растений, оленей и прочих. Качит куру бакашко наг пуннаг чампакаха Рамануджо маниньямито дарпо харасмитаха. Качит туласи кальяни говиндо чаранапри сахатуали кулаир вибрат диштасте атипио читаха. You are very near, we are very dear to Krishna. So, Malati, other Malat, Majja Malati Adarshi, Bhakoshit Mallike Jati Yutike, Pritingbo Janayano Yataha, Karasparsena Madhava. Maybe Krishna going through this place and touching his hand on you. So we feel some sort of feeling we find. Видим какое-то чувство от Кришны осталось на твоем теле. О Малати, о Мадаве, различные цветы. Цветочные деревья. Они не спрашивают, может, Кришна проходил здесь, задел вас, и поэтому у вас такое чувство осталось. Во Вриндаване и в различных местах гопи, они уходят с одного леса в другой, и в Камьяване мы видим различные леса, и в Бадрикашраме. There is one place. Есть место такое. Like just a candle from their Gopikas is called Horinkoi. Horinkoi там называется. There is one place from our Gopikas going, running, crying. То есть дорога, под которой гопи шли из холма, видно это место. И таким образом. और चुतो प्रियालपन शासन को विदार जम्बर को बिल्लो बकुलाम्र कदम्ब नीपा ज्ञान्य परार्थ भाव का जमुनोपो कूलहा संसंत कृष्ण पदबिम रोहितात्मन। We are almost dead body. Please speak out. Мы практически мертвы, скажи нам. И вот они молятся этим деревом джекфрута, манго и прочим ягодам, кустарникам. Они спрашивают, если вы знаете, где Кришна, не скрывайте, поскольку мы почти мертвы. Sansantu Krishna Padabim Rohitatma. We are almost dead body. This way when Krishna, и вот таким образом, пока гопи, они плачут, они практически умирают без Кришны, и вдруг они увидели место, где были отпечатки стоп Кришны. О, здесь отпечатки стоп Кришны, и наверняка Кришна шел здесь. Но смотрят они одни отпечатки еще кого-то, кто с ним был. И вот они говорят, смотрите. Toe, this way. And next time we see deep impression. First means разные отпечатки в одном только пальце. Flower tree. Maybe that hero he was busy to get flower from trees to make some ornament for lady love. Видишь, что они разные отпечатки на одном, вся стопа на другом пальце только, а в третьем только пятка. В общем, они думают, что может он срывал цветы для кого-то, поэтому такие отпечатки. И после этого и Радхарани ушла. Radharani gone. With whom? Krishna. Это видно, Радхарани с Кришной. Кришна взяла Радхарани, и они ушли. И через какое-то время Кришна так дал много служения. И Радхарани, она сказала, что я не могу дальше идти, забери меня в любое место, в которое ты хочешь. И гопи, но перед этим гопи сказали. Here we find a much more deep impression. Maybe hero is going to take, take a lady love, heroine in his, here. И вот они, следующие отпечатки, когда они видели, они думают, что, может быть, Кришна, он нес Радхарани на руках, и поэтому такие отпечатки, они более глубокие. Krishna going to give some service to her, so is very lucky actually. After that, those Gopika start speaking the name of Radharani, but very secretly. Gopika начали говорить имя Радхарани, но очень так неявно. Во всем Бхагаватам, Шукадева Госвами ни разу не произнес имя Радхарани. Кто-то мог спросить у Шрила Прабхупады, почему во всем Бхагаватам нет имени Радхарани, а вы откуда его взяли? А Шрила Прабхупада сказал, для кого? Что вы будете делать с именем Радхарани? Что вы будете делать с этим именем? Какие-то глупые люди спрашивали у Шрила Прабхупады такие вопросы. В каждом шаге имя Радхарани там. Если вы не видите его, то ваше чтение Бхагаватам, оно бесполезно. Это одно оскорбление. И здесь Шукадев Госвами говорит, мы слышали от Гуру Варги, что когда Шукадев Госвами хотел произнести имя Радхарани, то он бы не смог говорить дальше. Он получил такое очень высокое, глубокое чувство, он не смог бы говорить дальше. Поэтому так или иначе он сдерживался, не чтобы самое сокровенное всего Бхагаватам — это лотосные стопы Радхарани. И это самое сокровенное всего Бхагаватам, это стопы Радхарани. Не Кришны, а Радхарани. Наивысшее, самое сокровенное всего Бхагаватам — это лотосные стопы Радхарани. И сейчас, если кто-то спорит, что нет имени Радхарани в Бхагаватам, он просто глупец, он не должен слушать Бхагаватам. И вот Шукадев Госвами, он говорит. Yanno vihayo govinda pritojam anayad raho anayaradhito nunam bhagavan harisvaraha janno vihayo govinda pritojam anayad raho. We are so many gopis. Так много гопи. Нас так много, но она самая удачливая. И поэтому Кришна взял только ее и ушел от нас. Настолько удачливая. И кто же она? И здесь очень так сокровенно говорится, если вы знаете сокровенную тату, вы можете понять, что имя Радхарани там. И как это понять? Оно как бы есть и как бы нет. Аная, значит, Радхита Нунам. Итирада. И кем это? Она, кому поклоняется Кришна? То есть Кришна наслаждается ею, и Арадхита, значит, поклоняемая, самая удачливая. So, Anaya Radhito, Aradhito. Iti Radha. Radhito means Radha. Aradhito means. So, by whom Krishna is worshipped maximum most, she is actually Radha. So, Anaya Radhito, Iti Radha. Anaya Radhito, Iti Radha. Anaya Radhito Nunam Bhagavan Haridisvaraha. Janno vihayo govindaha pritojam anayaduraha. Very secretly taking that lady and go away. Dhanyo aho ami alyo govindo govindangribjo renava jano brahmeshwaramadevi dadhyur murdi avanuttaye. Мы все хотим получить пыль с лотосных стоп Нитянанды, Гауранги, Радхарани, Кришны, чтобы освободиться от всех грехов, от всего осквернения, от всех анарт. И вот таким образом Bhajya, it is Dhanya aho omi alyo govindangri abjo renavaha yano brahmeshwarama devi dodhyur murdhi avanutvai. The Brahma, Sankha, they all like to get the dust particle. Брахма, Санкха, они все хотят получить пыль с лотосных стоп Шри Кришны. И мы надеемся, и вот она самая удачливая. И они так и не нашли, где же Кришна, и Радхарани, они искали, где. Они видели какие-то симптомы, признаки. So go. Oh, here's one symptom. They are detecting. But actually, still now, there is no actual, they cannot arrest Krishna, still now. Но Кришну они не могли поймать до сих пор. Как вот в деревне Этапеда Кришна, чтобы обмануть гопи, он сидел со скрещенными ногами и с четырьмя руками. И гопи пришли и смотрят, это не Кришна, это Нараян. Это в дальнейшем будет. А когда Радхарани пришла к Кришне, он не смог поддерживать свое. Он не смог поддерживать свою четырехрукую форму. И вот Радхарани говорит: This way, no pare aham chalitum nayu mam jatro te manaha. Where you like, you can take me. I cannot run anymore, I am tired. This way Radhan is speaking. That time Krishna is speaking, come on, come on. You sit here in my soldier, I can carry you. Then Radharani was standing and Krishna wanted to... After the Radharani, where is Krishna? Then again vanished. Ее куда, в любое место, куда он пожелает. И Кришна тут пропал, и Радхарани начала плакать: о Кришна, о Говинда, о нас. Hey Krishna, you know we are going to die. О Сакхи, о Кришна, мы умрем. И когда Радхарани говорит, что я не могу никуда идти, я устала. И Кришна сказал: хорошо, я возьму тебя. Ты можешь сесть на меня, я понесу тебя. И когда уже... И она посмотрела, где же Кришна, и Кришна пропал. И Радхарани начала плакать. И все гопи, они начали... Смотришь, что кто-то плачет, смотришь, видишь, что это Радхарани, и спрашиваешь, где же Кришна? Она сказала, что Кришна, он пропал. И все вместе они начали ходить по разным лесам и плакать, ища Кришну. И вот пытайтесь прийти к нам без тебя, мы умрем. Приди и посмотри на наше состояние. И вот, когда они плакали и ходили по разным лесам, то они пришли на берег Ямуны, Калинде. Samaveta Jaggu Krishnam Tadagavana Kankitaha. They expect the coming of Krishna. They are expecting that Krishna can come shortly in front of us. That's why they are singing and running here and there. Ultimately they come in the at the bank of Jamuna. Also they are crying and singing one. Они пришли на берег Ямуны и они. Sanatana Goswami is speaking. И пели Гопи-гиту. Санатан Госвами говорит, что у меня нет права писать никакие комментарии на Гопи-гиту, поскольку это чувство очень редко. Только Кришна может понять чувство гопи. И гопи могут понять чувство Кришны. Кто я, чтобы писать какие-то комментарии. Но по милости Радхарани я пытаюсь что-то сделать. И таким образом Санатан Госвами он дает комментарии. И вот 31 глава, слушать я детально не буду объяснять, поскольку времени мало осталось, как это все закончится. Если я буду по 5-6 часов говорить каждый день, но все же времени мало. Gopochu jayati te dikam janmana braja srata indira sashadatrahi daitadi shatam dikshuta bhaka saidita sabhu vam vichinmati jayati jayati te adhikam Janmana Brajo. Brajadam is always unique. But when you take bath, discover this Leela to take bath, then as if that Brajadam taking unique form, more and more excellent form. Jayati te adhikam janmana Brajo. Braja mean? Vraja значит. I already told the meaning. Я уже сказал. Vraja значит это место, где явился Брахма. So Jayatite Adhikam, more and more you see the glories you find of Brajadam when you take birth. As Swarata Indira Shashadatrayi. As if Indira means, actually the word Indira means Lakshmi. But here not Lakshmi. Indira значит Lakshmi, но здесь это значит другое, что все Лакшми, все Лакшми не могут найти место лотосных стоп Радхарани. Вот это слово значит... As if Radharani is all everywhere. Meaning secretly it is at the Abhirbhav Tithiya of Radharani and discuss this philosophy. Nice. Я говорил об этом на день явления Радхарани, когда Кришна явился здесь. Радхарани тоже явилась, но никто не знает. Вместе с Кришной Радхарани явилась, поскольку нету. Они не отличны друг от друга, но внешне это не видно, хотя мы видим, что Радхарани Радхаштами явился, а Кришна Джанмаштами, но научно я могу доказать, что когда Кришна явился, Радхарани она тоже явилась. И в этих словах свидетельство. И как мы видим, что Радхарани везде. И вот гопи говорят. Яви свою сварупу перед нами. Govinda, we like to see you. О, Говинда, мы хотим видеть тебя, поскольку мы практически мертвы, и Кришна говорит, если мертвы, то кто говорит? И гопи говорят, что мы практически мертвы. Мы ищем тебя, но мы смотрим, мы почти умерли, но Кришна говорит, если вы почти умерли, то как вы говорите тогда? А гопи говорит, что наша душа, атма, она уже находится у твоих лотосных стоп, и поэтому мы еще живы. Our expectation, all heart, mind and everything, our atma, наше сердце, наша душа, они уже предложены твоим лотосным стопам, а ты... Атма всех атом, и мы предлагаем тебе все, и поэтому ты находишь, что мы еще живы. Мы живы только потому, что нашу душу, нашу атму, она уже находится у твоих лотосных стоп. Sarduda saye sadhu jatu son saru si jodaru si musadisha suratanath te asulko dasika baroda nignato neho king bado suratanath te asulko dasika baroda nignato neho king bado. You are going to get the, result of killing women. Ты получишь, ты будешь страдать от греха убийства женщины, поскольку из-за тебя мы умрем. Суратанат значит тот, кто может дать нам наивысшее наслаждение гопи. Его зовут Суратанат. А мы все твои служанки. И если Чайтанья Махапрабху то же самое говорит. We'll have to get the salary. What salary? Зарплату от тебя. Какую зарплату? Зарплату в форме премы. Это не убийство. А ты думаешь, это же убийство, ты убьешь нас. Ты убиваешь нас тем, что не приходишь к нам, мы умрем от разлуки, и ты будешь повинен в этом убийстве. Мы все твои служанки, и мы не получаем никакой зарплаты. Если что-то получаем, то нам нужна твоя любовь, према. So Suratanath te asulka dasika baroda niganato neho king bado. It is not. It is. You think it is one kind of killing. Because you are not coming, we are going to die. So you will have to take that responsibility. Ты будешь ответственен за нашу смерть, если мы все умрем от разлуки с тобой. Будь уверен. Barshmarutad Vaidutanalad Brishamayat Majad Vishatohayad Rishabhati Vayam Rokshita Muhu Vishajalapayad Balarakshasad Balarakshasad Barshmarutad Vaidutanalad Brishamayatmayad Vishato Vayad Rishabhate Vayam Rakshitamahu. You already protected us many times. Ты уже защищал нас много раз во время. От разных ракшасов, демонов, которые приходили от сильного ветра, от молнии, урагана, грома, от того, что послал Индра. И Варша Марута значит от этих напастей Индры, от всего непогоды, что он послал, от огня в лесу, ты тоже спас нас. После Калия, после этого змея Калия, они пошли в Амбика, чтобы поклоняться Шанкару и Парвати, и ты выпил тот огонь и спас нас. Barshmarutad Vaidutanalad Brishamatmajad Vishotova. Any kind of, fearful situation. И от любой такой страшной ситуации, которая была раньше, ты нас спасал. Ты лучший защитник. Vayad Rishabhate Vayam Rakshitamuhu. Each and every time you protected us. И ты всегда защищал нас. И мы даем. И такова Сиддханта. в Гопи-гите мы находим Радхарани плачет. Почему Кришна ушел? Поскольку мы, может, не образованы, а в Матхуре они образованные женщины, может быть. Кришна может принять служение от них, а мы не образованы. И думаете ли вы так? Нет, это не так. И вот те гопи, они знают наивысшую сиданту. Никто не может возвыситься до того уровня. И вот мы знаем это, что ты не сын гопи, и в то же самое время ты вездесущ, ты пребываешь в каждом сердце, как Параматма. И вот гопи разве они не знают сиддханта? Они знают сиддханту. Вот это свидетельство. Но Мадхурья Бхава, из-за такого уникального влияния Мадхурья Бхавы, Айшварья, она затмевается Мадхури. Вы можете видеть все, ты пребываешь в каждом сердце. И мы знаем, и сейчас вот из этих слов мы знаем, что гопи знают все, но все же они преисполнены любви, и поэтому они забывают то, что Кришна вездесущ, всеведущ и прочее. Как Чайтанья Махапрабху говорит, ты мой прананаth. Никаких других титулов я не хочу давать тебе. Ты мой прананаth, ты владелец моей жизни. И таким образом гопи, они плачут. И молятся. Посмотрите на славу этих, этой гопи-гиты. Если вы возвыситесь до этого уровня, вы будете петь гопи-гиту, то Кришна, он на 100% несомненно вынужден явиться к вам, но это должно быть по-настоящему. Кришна не может не прийти, он подобно магниту притянется к вам. Так много саду, они получают даршан Кришны. Но это чувство, настроение должно быть у нас, что мы, а мы, как сказать, такие расслабленные, что мы едим, спим, отдыхаем, наслаждаемся жизнью, но это не настоящий баджан. Гаудия баджан значит плакать день и ночь, каждую часть секунды, всегда, как Шри Чайтанья Махапрабху. Вы можете вспомнить, когда Пратапарудра, он не смог прийти к Шри Чайтанья Махапрабху, то все преданные, они скажут, что ты выучи гопи-гиту и иди к Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он в лесу отдыхает, и Джаганнат Валлабх Удьян в Пури, и вот после того, как Махапрабху тянул колесницу, совершал киртан, танцевал, потом он отдыхал в этом саду. Джаганнат Валлабх Удьян называется, и там он дал, ему преданные сказали, что оденься как обычный человек, простую одежду, иди прикоснись к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и произнеси вот эти гопи-гиту, ты посмотришь, что с ним случится. И вот Раджа Пратапарудра осторожно пришел к нему, Махапрабху отдыхал в то время. И вот Раджа Пратапаруда, он очень пришел, прикоснулся к лотосным стопам, начал массировать их и начал петь Гопи-гиту. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он встал и обнял его. Кто ты? У меня нет ничего, чем я мог бы тебя оплатить. Кто ты? Ты поешь настолько прекрасно. И он обнял его. Мне нечем отплатить тебя, я хотя бы обниму тебя. Посмотрите, настолько удачно. Пратапаруда, все танцуют от радости. Он настолько удачлив, что сам Махапрабху обнял его. Это очень редко. И вот здесь гопи говорят, наше сердце, оно горит. Но слушая о тебе харикатху, все кави, эти великие даршаники, татвавиды или парамахамсы, которые совершают баджана, не знают, что харикатха — это одно из лекарств, с помощью которого мы можем изменить сердце даже убийцы. Да, это возможно. Вот в Индии традиция такая есть, в тюрьмах эти, начальники тюрем, они часто приглашают разных саду, чтобы они говорили харикатху перед этими людьми, которые сидят в тюрьме. Поскольку любые грехи, любые... Если вы будете слушать харикатху из уст саду, то ваше сердце изменится, и они уйдут. И когда бы вы не слушали, вы получаете великое благо. Сримад Ататам значит чувство. Ататам means to propagate. Ататам значит говорить о славе, о красоте, такое уникальное чувство. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит: ты так много дал мне, мне нечем отплатить тебе, я хотя бы обниму тебя. Саритобенуна сустучумбитам итарарагви смарананам нинам витарабирана стеадхарамритам Суратобадханам сокунасанам саритобенуна сустучумбитам итарарагви смарананам нинам витарабирана стеадхарамритам. So, your adhar means, I don't like to explain in details about the secret thing, This way, those gopikas, they are running here and there and crying. Vijigur unmaktuka vadvanad vanam. And after that, they are praying in front of Krishna. We are so hard, our body is so hard. You are traveling forest to forest, your leg is so soft. How you resist? There are so much, stone chips. Что ты ходишь с одного леса в другой, а по дороге так много острых камней и колючек. И наше сердце, оно болит, видя это, что ты ходишь нежными стопами по таким колючим дорогам. You are getting pain, but actually we are getting pain. Ты чувствуешь боль, но мы чувствуем боль. You are getting pain, but actually we are getting pain. Не ты, мы берем всю эту боль на себя. И таким образом гопи, они плачут, подобно сумасшедшим. Они практически умирают. И в 2 главе описывается, что Кришна внезапно явился перед гопи, и Шукадева Госвами говорит, когда гопи практически потеряли свое терпение, то тогда они увидели, что Гопинат, он явился им. All in a sudden they find that Madan Mohan, Manmatha Manmatho, you know, Manmatho mean? Manmatho mean? Can stir the mind. Mathito means star. That Krishna with Pitambar, starting with gold and nice, very smiling moon, comes in front of Gopikas. They go mad, Krishna comes. You know what to do. Tasamavirabhishovis mayamanam khambajaha pitambaradara sagvi shakshat manmata manmataha tvam velakyagatam prestam Prittut phullo drisha valaha uttastur yukpa sarvas tvanyo pranamivagatam. Already they already feeling that we are all lifeless. When Krishna coming, as if life entering their body, they are coming and you know, as if life coming. Krishna coming. Кришна пришел, значит, жизнь пришла. Они все ожили, они обняли Кришну. И кто-то... Oh, so nice. This way, actually, after that, you know, again, you know, they enjoying rasa. After that, you know, those gopikas, they are putting some question in front of Krishna. Those gopikas now ultimately is putting some question in front of those gopikas, in front of Gopina, those gopikas. You know, putting question. Гопи не спрашивают у Кришны. Баджанти эко эко этат випарджаям, но ваямсча баджанти эко этат на брухи садабу. Баджато ону баджанти эко. In this world we see somebody serving somebody. In return he is also serving. Тот, кому он служит, он тоже служит ему. То есть такое взаимодействие. Sometimes we find somebody serving, so in return somebody also serving. Видно, что люди могут служить друг другу. Випарджаям значит, что иногда не служат, но не получают служение взамен. Sometimes, you know, Krishna can give argument. Sometimes serving from, you know, somebody serving, but not getting service in return. So why this kind of, you know, mood we find? И почему это случается? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, смотрите, those who are, when you are giving service and in return you are getting some service, there is some self-interest. То есть, если вы служите кому-то для того, чтобы он вам служил, в этом есть какая-то корысть. Или такое взаимоудовлетворение. Вы служите кому-то, это кто-то вам служит. Follow? This material world is full of this kind of conception. They are like businessmen. If wife not going to give service to husband, they can stop. Какое-то место, где люди, как торговцы, обмениваются каким-то товаром. Вот. Почему родители служат детям? Потому что они ожидают, что дети будут им служить потом. Или жена служит мужу тоже в ожидании, что он будет ей потом служить, и наоборот. And another point is there, Bhajanti Abhajatu Jevai. Bhajanti Abhajatu Jevai. I am not giving service, but I am getting service. То есть бывает, что мы не служим, а нам кто-то служит. Подобно отцу и матери, пример такой. Отец и мать не служат своим детям. Кришна приводит такой пример. Что подобно тому, как отец и мать в детстве, они не ожидают, что какое-то служение прямо сейчас. Like father and mother, not expecting any service, only serving and serving. And dharma nirapabhado atro sovidancha sumadhama. He sumadhami. Actually, here is actually, this is no title, no interest is here. And bhajatopi novai kechit. And when, они совершают какое-то служение. Но нам не служат, то есть два, может быть, таких состояний. Либо это атмарам, которому не интересен то, что вы ему отдадите. Либо... Atma not going to give service. Krishna speaking, in that case, two kind of mood you can find. Bhajato yopi navai kechit bhajanti abhajato kutaha. Atmaramahi atmakamo. Maybe he is atmaram atmakam, self-satisfied, self-content, saturated. Or maybe he is, not grateful. Akrita yahe gurudroha. Или, может быть, он просто не благодарен. То есть, либо он не благодарен вам, может быть такое, либо он атмарам, которому неинтересно что-то получить взамен. И вот Кришна говорит, я ушел, оставив вас для того, чтобы вы не гордились. Я был вынужден уйти от вас для этого. Maya paraksham bhajata tirohitam maasaitum marhatotvat priyam priya. Hey, Gopigam, I was bound to withdraw myself from you all. I vanished. Я ушел не для того, чтобы обеспокоить вас, а для того, чтобы посмотреть ваше влечение, вашу любовь, которая у вас есть. Я был там, я смотрел, как вы себя ведете, какое чувство у вас рождается от этого. Мои анубритто явала моя паракшам бхаята тирохитам. Actually, I was serving you. Я служил вам, но скрытно. Вы не видели меня. Я спрятался и смотрел, что происходит, какие несмотря на ваши великолепные чувства, и поэтому не обижайтесь, не спорьте со мной. О Гопи, знаете ли вы мое умонастроение? И вот Кришна спрашивает у Гопи, вы знаете мое умонастроение, я предаюсь вам, нет ничего, чем бы я мог отплатить вам. Ваш баджан настолько великолепен, настолько превосходен, нет никакого примера, он уникален и несравненен. И я никогда не смогу отплатить вам, если я буду жить столько, сколько вы Будда, это такой полубог, то за все бесчисленные жизни я не смогу отплатить вам. Критьям вибудаю шапиво, джама аваджано, дурджано, дурджаро грехосинхала, сангришча тадва, пратиятуса. You break all rules and regulations, all the system of the society, all the rules and regulations и предписания в обществе, которые установлены ведами Веданты. Вы оставили все и пришли ко мне, вы не заботитесь о том, кто будет критиковать вас, как и прочее. И вот вы оставили все это и пришли ко мне, и вы служите мне без какой-либо оплаты. Я хочу отплатить вам, но если я хочу отплатить вам, я не смогу, поскольку нет ничего, чтобы могло отплатить вам за ваше служение. И таким образом, те гопи, они плачут. И вот много вещей разных, я не могу все закончить. И вот Парикшит Махарадж говорит Шукадева Госвами: вот у меня вопрос, сомнение. Я не могу понять, и что за сомнение. Now again, coming to this point, Raja Parikshit Maharaj is king, though he is, what? Parikshit Maharaj, what is the situation? Parikshit Maharaj, на каком уровне он находится? Он Махабхагавата. И вот сейчас он спрашивает для нашего блага. Parikshit Maharaj cannot have any question, but putting question in front of us, like a bonded soul. Parikshit Maharaj подобно обусловленной душе он спрашивает. О Джагадишвара, Парамешвара. Исвара Парамакришна Саччидананда Виграха is coming here to set rules and regulations, not to break the rules and regulations set in те правила предписания, которые описываются в Писаниях, для того, чтобы спасти религию, наставление вед. И также для того, чтобы уничтожить то, что не соответствует шастрам, он хотел избавиться от этого. Утвердить правила и предписания и избавиться от неблагоприятного. И вот, когда мы видим, что амша-аватары, они все, эти все амша-аватары, в Кришне можно видеть всю полноту, не просто там полную полноту, полную, законченную, исполненную полноту. И вот вопрос мой. Кто будет предписывать? То есть тот, кто установил все правила предписания, он тот, кто создал такой Дхармасету, мост Дхармы. Если этот мост сломан, то как вы можете перейти через какое-то препятствие? Ну, как Бадрикашрами или там в Ришикеше, может видеть, что военные не строят какие-то мосты, если под действием землетрясения мост это упадет, то потом уже не пройти так просто. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, та причина, для которой Бхагаван пришел, то здесь мы видим прямо противоположное. Тот, кто и вот мы видим, что он сам танцует с женами других гопов. Это разве хорошо? Это против, значит, наоборот. Он наслаждается с женами чужих мужей. С чужими женами. И ты сказал уже, что он Атмарам. Хорошо. Ты уже сказал, что он Атмарам, но Атмарам это хорошо, но почему он этим занимается? Столько препятствий проходит, чтобы наслаждаться с чужими женами, то почему? Что он говорит? Кимавипрайо этадна сансайом чиндисубрато. Hey Gurudev, you must, cut this kind of, suspicion. Развей мои сомнения. Я сомневаюсь. Развей мои сомнения. I think he has done, surely has done mistake. And all, derogatory. He's done all, jugupsitam. И вот вопрос возникает здесь, критикует ли он Кришну или нет. И материальные люди, они критикуют Кришну, и поэтому Парикшит Махарадж спрашивает, отвечает на этот вопрос. И каково значение всего этого, я хочу узнать от тебя, о Гурудев. И вот Шукадев Госвами отвечает. Тежиасам нодусайо ванне сарвабхуйо ятха. Если вы найдете какие-то какие-то другие качества, которые отличаются от того, что предписано, то вы должны думать, что тежиасам нодусайо ванне сарвабхуйо ятха. You cannot take blood and flesh. It's not possible, by the way, you can get contaminated. But fire, you can throw all rubbish into fire. Fire can burn. Подобно тому, как если взять, кинуть что-то в огонь, огонь это сожжет. И поэтому полубог огня, он зовется словом Сарвабху. Он может все сжечь. Для нас это невозможно. Если найдете какого-то Ишвару, как Васишта Муни, он ел мясо. Ну и что с Васишта Муни будет за это? Он ел мясо. И что дальше случилось? Но не получал последствий за поедание этого. Шанкар Бхагаван, он выпил яд. А можем ли мы это сделать? Вы не можете даже комаров потерпеть, которые вас кусают. Вы обеспокоены, а Шанкар, он выпил такой самый ядовитый яд. Он наслаждается с Парвати. И для него это возможно, но не для нас. कामिनीर काम नहे तब धाम तार मालिक केवल जादव। भगवान चैतन्य एक्चुअली Prabhupada speaking. Kaminir kam nahe tava dham. You must read who is Vaishnava. Кто такой Vaishnava? И там описывается. Only Krishna is the only enjoyer. Единственный наслаждающийся. Он такой единоличный наслаждающийся во всех бесчисленных вселенных. Бесчисленных брамандах он единственный наслаждающийся. А кто вы, чтобы критиковать его? Он адваген татва, он единственный наслаждающийся. А кто вы, чтобы его критиковать? И смотрите, здесь говорится. Вы должны... И вот еще когда Госвами говорит, если в Дхарме вы находите какие-то отклонения, и какой-то Ишвар, какая-то великая личность этому не следует, Ишвар значит, они обретают какую-то силу от Кришны. У них есть какая-то особая сила. И те, кто могущественные, как Дурваса, он мог есть очень много еды, и после этого он спрашивает, говорит, что я ничего не ел, как не ел, столько, целый город съел, нет, я ничего не ел. Да, только для Дурваса возможно так. Дурваса, он ест только, его имя происходит от того, что он ест только сок травы дура, поэтому Дурваса, сок травы дурва он только принимает, и все. И вот этот Дурваса он съел, взял у гопи кучу просада и съел. И когда возвращались гопи, они просили, как же мы вернемся назад, как мы пересекем Ямуну. А вы идите к Ямуне и скажите, если Дурваса только ест только сок травы дува и ничего иного, то расступись ему на... И гопи удивлялись, как это, столько съел, и сейчас говорит, что ничего не ел, как это возможно. И поэтому, подобно тому, как огонь может переварить все, но это, для вас это невозможно. И почему этот пример приводится здесь? Вы должны ответить, почему. Почему Шукадев Госвами приводит этот пример? Чтобы я... У меня не было возможности идти к каким-то скверным вещам, чтобы никакой кама не пришла в наше сердце. И вот Шукадев Госвами сначала говорит эти слова, что те могущественные личности, если вы хотите, это будете делать, вы умрете. Кто-то говорит, что Кришна, он танцует с миллионами гопи. Почему я не могу? А мы такому можем сказать, что возьми хотя бы 5-килограммовый камень и подержи его хотя бы 5 минут на мизинце. Вы глупы, вы не можете понять величие, силу Кришны, и это ваша ошибка. И поэтому никогда не пытайтесь имитировать Кришну или великих личностей даже в уме. Те, кто совершают сахаджи и баджан, они своими этими имитациями, воображениями, они думают, что они гопи. Шрила Прабхупад говорит, что они наслаждаются с этой гопи сами внутри своих мыслей. They imagine, they are out of imagine, they think one gopi is there. Они представляют, что они наслаждаются Святой Гопи, и это их такое плохо. И Рагануга Баджан невозможно в таком состоянии никогда. Шрила Прабхупад говорит таким образом. И вот сейчас Шукадев Госвами говорит: те могущественные личности, вы не должны имитировать их. То, что они говорят, вы должны следовать их словам. И поэтому Чайтанья Махапрабху явился здесь. Кришна Бхагаван дал много наставлений, но никто не следует, поскольку он сам говорит одно, но сам идет и наслаждается. И люди с демоническим складом ума говорят, что в Гите вот говорится так, вот эти слова, что приходите и поклоняйтесь мне, ну что это? А он сам идет и наслаждается. И поэтому Кришна Бхагаван явился хорошо, я явлюсь в этом мире как преданный. Sadhupaso siman dhitamanujya kavai pranayitam. Huh? Very nice. In the form of devotee crying. You understand this Rasa dance? It is not ball dance in hotel. То есть это танец Раса, это не какой-то танец материальный. Гопат Падма говорил. И когда Бхагаван Шри Кришна говорит, но никто не следует его словам, и поэтому Кришна явился в форме Шри Кришны Чайтаньи, чтобы дать нам показать настоящее значение расы, настоящее значение вещей в их настоящем свете, а глупые люди до сих пор не могут понять и отправляются в ад. Они не совершают Рупануга Баджан, поверьте, я говорю, прикоснувшись к Бхагаватам, они не совершают Баджан, они отправляются в ад. Рупануга Баджан невозможен таким образом. Бхагаван Шри Кришна говорит, что если кто-то будет думать, что если я совершаю Расалилу, он тоже может, то подобно тому, как Шанкар Бхагаван, он принял яд. А если он угостит вас каплей яда, то вы от запаха умрете сразу же. И, то, почему нет? Если Шанкар Бхагаван может... А мы не можем. Если Чайтанья Махапрабху, он очень жестко говорил насчет этого, он был гневен, что все обусловленные души, те, кто обусловленные души, Чайтанья Махапрабху, он говорил, что обусловленные души, они стремятся к наслаждениям. Indriya charaya bule prakriti sambhasya. They like to enjoy of the sense organ. Они хотят наслаждаться своими органами чувств, поэтому они рождаются, умирают снова и снова. Они путешествуют по этому Панчалдешу, где не могут наслаждаться этими видами чувств. И Махапрабху возмущался, что вы саньяси, брахмачари, чем вы докажете? Вы не можете доказать этим, у вас нет свидетельства. Вы не можете прикоснуться к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, Шрила Граммы и сказать, и дать такую клятву, и тогда вы заболеете проказой, если вы солгете перед ними. И вот Шанкар Бхагаван, те могущественные личности, они говорят какие-то слова. Вот Васишта Муни написал что-то, какие-то наставления Васиште Муни. Но мы можем понять это, но то, что Васишта ел какое-то мясо на яге, это не значит, что мы можем его есть. Васишта Муни, он очень могуществен, но мы не на том уровне. Васишта Муни, он мог общаться с Урваши, но у вас нет права. Или Менака, он с какой-то Апсарой. И вот Васишта Муни, он говорил такие слова. Васишта Муни speaking. Ahar niddhavai maitunancha samanna metat pasubi naranam. Васишта Муни speaking. All common. Those beasts, they are also eating, man also. И вот он говорит, что как люди едят, так и животные. Или, то есть есть такие общие признаки людей и животных. Все они едят, спят, боятся. Они размножаются, совокупляются, размножаются, и какая же разница между вами и животными? Можете ли вы определить эту разницу? Нет такой разницы. И вот Васишта Муни говорит, что есть одна особенность у людей, какова же эта особенность, что у них есть разум, они могут понять разницу между вечным и невечным, они могут решить, что делать что-то хорошее и избегать плохого. И вот эти живые люди в этом обществе, они сословят Васиште Муни, они подобны животным, даже больше, чем животное, поскольку животные они не могут опуститься до того уровня, на котором может опуститься человек. Человек ради какой-то корысти мог может опуститься куда угодно. А животные не могут, у них максимум, что если животное голодно, может вас там съесть, и все, она естся там, и больше ему ничего не надо. Но люди делают часто гораздо хуже. То есть даже некоторые носят одежду саду, а ведут себя как политики. И некоторые даже боятся слышать что-то об абсолютной истине. То есть везде какие-то непорядок, никто не может как-то повлиять на это. И вот люди, какая же особенность, они могут размышлять, думать, они могут совершать харибаджан, они могут отличать между хорошим и плохим, вечным и невечным. И вот Парикшит Махарадж, Шукадев Госвами ответил на его вопрос, и что говорить о плохом или о хорошем, поскольку весь мир, все изошло из Кришны. You hear this one, very nice. Whereas they are doing bhajan, yoga, совершают баджан, йоги, тапасви, они обретают такую силу. А где же источник этой всей силы? Это Кришна. И как можно надеяться, что Кришна чем-то связан, чем-то ограничен? Ришимуни, они обретают такую силу, откуда эти ришимуни не находятся на нашем пути, они не на экаян-панте, но у них все же есть сила, они могут что-то делать. И вот Чаван Риши мог организовать эту сумарасу для этих юридических докторов, а Индра очень разгневался, это запрещено, как ты смог. И он кинул свой этот тандер по лицу, и Чаван Муни остановил ее, насколько могуществен он был. So powerful. Trishanku, I like to throw Trishanku from heaven, and you know that Muni, when Vishwamitra Muni speaking, I can make new heaven, no problem. You need not go there. You see the power. I can make new heaven for you. Выгнали с небес, то другой Муни сказал, что я могу сотворить новый рай для тебя. А у вас есть ли такие силы, как у Васишти Муни? Или у Шанкары. Это глупо. И вот он продолжает. Как ты можешь надеяться, что те, кто обрели какую-то силу от Кришны, они настолько могущественные? А кто же Кришна, источник всей этой силы? И после всего я еще один пример приведу, чтобы вы не чувствовали никакой камы, никакого вожделение в вашем сердце. И вот Шукадев говорит, смотри, в каждом сердце Кришна пребывает, о царь. В форме Параматма Кришна пребывает в каждом сердце, не забывай об этом. Помни всегда, иначе ты потеряешься. Тот Кришна, который находится в каждом живом существе, бесконечных Брахманда, везде Кришна, и внутри сердца гопи, внутри мужей этих гопи, Кришна, он там. И как ты можешь найти какую-то ошибку, недостаток в Кришне, совершил ли он что-то плохое? Поскольку все гопи, они разве потеряют свое целомудрие? Что вы думаете? Они потеряют свое целомудрие с Кришной или нет? Нет. Кто их муж? Кто дочь, отец, мать? Кришна пребывает в сердце каждого, и поэтому... И Кришна делает это для того, чтобы даровать наслаждение преданным. Нет, Кришна может все взять и отказаться от всего. Но Кришна, он делает все для того, чтобы даровать нам милость. Нет ничего иного. Нет у него никакой корысти, чтобы просто даровать нам наслаждение, радость. Почему? И чтобы привести наивысший пример, как служить мне, как любить меня. Это лучший из возможных путей показать, как совершать Рагуну Габаджан. Не для того, чтобы заниматься какой-то ересью. Кришна-лила не для этого совершает Расалилу. Будьте внимательны. И вот такая наивысшая Сиданта для того, чтобы благословить всех, даровать свою милость. И он явился подобным человеку. И Кришна он являет такую лилу, что если кто-то может получить это значение под руководством Парамахамса, Гуру и Вайшнава. Вайшнава, то, несомненно, он обретет наивысшее благо. Иначе, наоборот, он отправится в ад. И вот мой Гурудев Шрила Прабхупад, мне говорили то же самое. После того, как вы услышали всю эту Сидданту, если вы не чувствуете... Если вы не чувствуете вдохновения, то лучше отправьтесь в ад. И здесь говорится, Сукадева Госвами говорит, любая дживатма. Кто? Кто? Если вы совершаете Кришна Баджан, то все совершается автоматически. Я могу вернуться к той Сидданте. Какова Сидданта? Соддханнетам мано сринавад атварнаядья Бхактим парам бхагавати пратилабхья камам Хридрогумасубахиноти ачиренадхира 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 Викридитам 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 значит особая лила, которая совершается Кришной. Викридитам Браджавадубхир Вириданча Вишну. Вишну? Почему Вишну? Откуда Вишну? Там Кришна. Слово Вишну используется для того, чтобы показать, что Кришна вездесущ. Кришна, а почему Шукадев говорит слово Вишну здесь? Он мог сказать, Кришна нет. Он использует этот термин Вишну, чтобы дать вам большее впечатление, что он вездесущ. Он присутствует везде, во всех брамандах. Он Вишну. Иначе обусловленная душа, она не сможет понять. И вот смотрите. И с полной верой. Шрадха значит Кришна, он наивысший. Кришна, все, если совершаю баджан Кришне, я могу обрести все от Кришны. Мои органы чувств, ничего не нужно им, я не хочу никаких, я не хочу ничего иного, я полностью удовлетворен, полностью доволен Кришной. И что Махапрабху показывает нам? Вот это. Можете ли вы прикоснуться к шалограмму и сказать, что Кришна, он ваш единственный прананат, он господин вашей жизни? Можете ли вы сказать это? Сочетание Махапрабху говорит, мы должны дойти до того уровня. Почему сочетание Махапрабху? Он читал Гита Говинду, Джайдева и Чандидаса, другое произведение. Почему-то читал он внутри Гамхиры, не снаружи, а внутри, с несколькими преданными. А люди почему неправильно это понимают? Люди думают, что у них есть право это все читать так же. В Радакунде можно найти много сахаджи, которых там фабрика гопи. Всех подряд, как сказать, посвящают мантрами и прочими. Они умрут и отправятся в ад. И вот с полной верой, если у вас такая вера, я проверю вас. He can break everything and kick me and go away. Oh, I don't need testing. I can put you in such strong testing. Я могу проверить вас, потому что без проверки я не могу допустить вас. Как, например, если мы какой-то экзамен проходим, то так и тут надо. Кришна нас проверит. И вот если у вас такая строгая, сильная вера без капли сомнения, и в этом состоянии те, кто дира, у кого нет никаких посторонних желаний, их сердце практически чисто. Может быть, какие-то запах каких-то желаний, но не влияет никак. И вот, если они слушают от Парамамса Гуру Вайшнавов, как Парикшит Махарадж слушал Шукадева, и после того, как они услышали, они приняли это, осознали, подобно тому, как мы принимаем прасад, то его нужно еще и переварить. И вот после того, как вы приняли, осознали, переварили эту милость, и тогда вы можете говорить о ней, и тогда тот может обрести такую преданность, такой шанс. Бхактим парам, парам значит абсолют. Это называется Рупануга Уджешвари Радхарани, Уджвала Бхакти. Чайтанья Махапрабху, зачем он пришел в этот мир? Вот это в этой шлоке говорится. Не просто раса, унанта уджала. И это называется Рупануга Баджан. И вот Бхактим Парам, то же самое. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы раздать это. You can get that kind of bhakti. Bhaktim param bhagavati pratilabhya kama, and then ridrogamasupayana kama. Those who are dhira, for the interest of kama, there they can be. Yes. If there is no bhajan kram, adho sadhyata to sadhusangyo to bhajana kriya, если вы постепенно не продвигаетесь по этому пути, то тогда все Бхакти Расамрита Синду, все Брихат, Бхагаватамрита, Лаку Бхагаватамрита, мы можем взять их и кинуть в Гангу. Зачем они? Если нет такого постепенного пути, что мы можем делать все, что захотим, зачем? Тогда все эти книги, которые описывают постепенный путь, You are speaking like man. Everything I have right to go through Rasale. Who told you? Your Gurudev told you? Сказал право, что вы можете изучать Расалилу. Кто вам сказал? Нет такого права. Вы постепенно должны возвышаться. И здесь доказывается, как в математике на 100%, что... Если есть какие-то признаки запаха камы, она все уйдет. Шрила Прабхупад говорит, что все люди, они имитируют. Гаудия Гуру Вайшнава, они очень могущественны. Даже один Гурудев не может находиться с одной Матаджи. Даже части секунды. Даже не в лифте, не в... машине такое правило не может быть женщиной. Это такое правило. Однажды Гурудев сказал мне, Шрила Прабхупад был в библиотеке, и старшая его сестра, она была под матерью, очень старшая была, она пришла, не предупредив, и Шрила Прабхупад начал кричать, кто там, никого нету. И Гуру Махарадж пошел, увидел, что его старшая сестра пришла, а Шрила Прабхупад кричал, спрашивал, кто там. Это что значит? Это идеализм. Если ваш характер, ваш поведение, ваш уровень поведения не до такого уровня, вы не можете право говорить харикатху, и поэтому вы можете совершать садану, можете говорить харикатху, ну как садака, но положение гуру вы не можете занимать, то есть, как сказать, ну, положение гуру не можете занимать, поскольку Джива Госвами Пад говорит вот такие слова. Джива Госвами Пад говорит: не спорьте со мной, смотрите, что он говорит. Почему вы спорите со мной? Джива Госвами Пад говорит вот эти слова. Есть два вида тех, кто говорят. Тот, кто говорит для своих собственных потребностей, чтобы получить деньги, славу, уважение и прочее. Такую непонятно, что говорят. Такую как сказать, ну, меняет свое мнение время от времени, а второй тот, кто говорит без всякой корысти. Если вы позволите мне говорить или не позволите, я буду говорить ради Кришны, для его удовлетворения. Я раньше читал Бхагаватам на Сурьякунде в течение 7 часов для Кришны. Кто меня слушает или не слушает, я не думаю о том, что вы дадите мне или не дадите. Я могу дать вам пранами, если вы слушаете харикатху. И вот слушайте, что я говорю здесь. Вы должны думать таким. Джива Госвами Пад говорит эти слова, что есть два вида этих говорящих лекторов. То есть первые, те, кто говорят ради своей корысти, ради денег, славы и прочего. И второй, тот, кто говорит о славе Кришны. Ему ничего не нужно. Нужно, чтобы вы слышали о славе Кришны. И если у вас по милости у Гурудева есть возможность это все принять и осознать, тогда это хорошо. И вот таким образом. Однажды. Though here we see 34 chapter actually. 34 глава. 34. One day actually Sukadeva Goswami speaking. One day Devayatrayam Gopalaha Yato Kautkaha Anovhir Anarud Yuktoi Prajoyuste Ambikavanam. One day they are going to Ambikavan. И вот однажды они пошли в Амбикаван, поклонялись Гурудеву Шанкару, отцу и матери всего мира. Шанкара Парвати — это наш отец и мать. Хотя мы знаем, что Кришна наш отец и мать, и все остальное. Нет никого, кроме его Кришна, он единственный для нас. Но все же в этом материальном мире Шанкара и Парвати, они наши, как сказать, отец и мать. И вот они пошли, совершили пуджу им. И вот Амбика и Шанкар, наш отец, вы должны любить их. Шрила Бхактивинода Тхакур любит, он пишет, что он очень любил Шанкара Парвати, он относился как к отцу и матери. Я был вот в Камаке, я говорил вот о славе Деви, о Камаке, совершили парикраму там. Так или иначе, кто-то говорит что-то плохое насчет вот Шивы Парвати, но я отношусь к ней как к матери. И вот они пошли туда, и случайно, но там, было поздно достаточно, но прасад мы не можем их принимать, не позволять никакой прасад от Шивы Парвати, которая поклоняется как к Деви, но если относится только в храме Джаганатха, если мы предлагаем Махапрасад Шанкара и Парвати, то можно принимать. То есть сначала Джаганатху, а потом Шивы Парвати, тогда можно принимать. И вот я думал, что моя мать, как сказать, разгневается на меня, поскольку я не принимаю прасада никакого. И мой панда дал кокос. И такая система там, когда выходите, нужно разбить кокос, это Богакшетра называется. Вы должны все придать, предложить там. Я взял кокос, разбил его и разбил его, и капля этого кокоса, она попала ко мне в рот. И вот, ну, по милости ее, и когда я разбил кокос, капля этой кокосовой воды ко мне в рот залетела. Я был очень удивлен. Там вот так вот. И таким образом, там в этом лесу, они поклонялись Амбике и Шанкару, и все они делали для Кришна Баджана. Но почему они пошли туда поклоняться? Но все, что они делают для Кришна Баджана. И вот Яшода думала, что мой сын ничего не ест, а если Радхарани, она получила милость Дурвасы, и если кто-то будет что-то есть с ее рук, он будет здоров и долго жить. И поэтому лучше я позову Радхарани, чтобы она готовила для Кришны в нашем доме. И вот такова система. Но все зависит от вашего умонастроения. И те, кто утвердились в адвагья-татве, они не могут находить никаких таких ошибок во всем мире. И суть в том, что в Амбикаване там был такой питон, и он хотел проглотить Нанда Махараджа. Вот эта большая змея пришла и практически умерла. И съела, проглотила Нанда Махараджа. Нанда Махарадж начал кричать: «Кришна, Кришна, меня тут змея поедает». И Кришна, он пришел, он пнул эту змею. Это на самом деле был Гандхарв какой-то, и он оставил тело и ушел. И таким образом Нанда Махарадж, он был спасен Кришной. Кришна, он защищал их всех. Вы слышали об этом? 6 видов самопредания. И вот шестисложная шаранагати. Bhakti Anukula Matto Kajyalu Sikar, Bhakti Pratikula Bhava Bharjana. If you can get 6 kinds of this kind of submission, 100%. Если у вас будет такое шестисложное самопредание, то Кришна услышит вас. И Шрила Бхактивинод Тхакур пишет, Шрила Бхактивинод Тхакур Госвами Раш, он очень прекрасно пел этот киртан. Я никогда не слышал такого киртана, как совершал Шрила Бхактивинод Тхакур Госвами Махарадж. И вот Нанда Махарадж был спасен. И сейчас 35 глава Югалгита. Югалгита, там, где Кришна и Баларам, они во Вриндаване together, traveling. They have one kind of Jugal Gita, very nice. You can get. Jugal Gita. Those Gopikas watching this picture and narrating very nice way. You know, Sukh se Sukh Vajo, Gopo Krishna Banam Jate, Tamanudrut Shetasaha, Krishna Lilaha, Pragayanto Ninyur Dukhena Vasaram, Vasarayana. When Krishna taking leave, и Кришна, когда ушел в лес, Кришна каждый день ходил в лес, и гопи, они смотрели, как Кришна уходит в лес. И когда Кришна, когда уходил до самого горизонта, они смотрели. И после этого они падали без чувств. Они были практически безжизненны. Когда же они думали, когда же мы сможем увидеть Кришну снова? Кришна надолго ушел в лес. И хотя мы... И гопи, они даже не могли... Что говорить, они даже не могли потерпеть разлуку на протяжении вот того времени, когда могли глаза, они не могли даже этого потерпеть. А что говорить, если Кришна на долгое время ушел? Яшодама тоже такое чувство, но у нее другая, как сказать, раса другая. И вот когда Кришна ушел в лес, пасти телят с пастушками, эти гопи, они воспевали славу Кришны. Поскольку Кришна Лила, она не отлична от Кришны. Кришна Лила, она не отлична от Кришны. Для гопи, не для нас. Когда Кришна Лила не отлична от Кришны, значит, когда они воспевают качество Кришны, оно не отлично от самого Кришны и Вриндавана. Когда Мадхавендра Пурипад говорит о Вриндаване, о Гопинат, это значит, что с этими словами Вриндаван и Гопинат, они уже присутствуют в его словах. А когда мы говорим, где Гопинат, мы просто произносим материальные звуки Гопинатха, в них нет. Когда Мадхавендра Пурипад говорит о Мадхуранат, это значит, что Мадхуранат Кришна, он присутствует уже, но мы не можем видеть, он в тонкой форме. И вот через Кришна Лилу, эти гопи, они получают общение с Кришной. Я уже в предыдущем дне говорил. Ранвари, такое место есть. Там один саду живет. Это было около 100 лет назад. Он кого-то спрашивал, вы знаете, где Кришна? И в Раджавасе они думали, не знали, что сказать ему. И поскольку он... Уже Холи начинался фестиваль красок. Они уже... А потом, он как-то туда попал, все же, потом встретился с одним преданным, и смотрит, этот преданный смотрит, он весь уже окрашенный красками. Это значит, что он уже ушел в ту лилу. И его там окрасили, забрызгали красками, тут он вернулся, а здесь еще это ничего не началось. И вот и не каждый может в это поверить. Я говорю то, что я услышал, узнал от преданных непосредственно, не каких-то сказок. Я уже сказал, вот, что... Кому-то, другому саду сказали, что ты, поскольку было два раки, ты уже не сможешь получить милость Радхарани. И когда он узнал об этом, он очень переживал, он перестал есть и пить, закрылся в комнате. Его пытались как-то открыть, но потом, когда открыли, он из-за огня разлуки, он полтела у него сгорело. И когда вот разломав дверь сломали, то увидели, что он практически сгорел от огня разлуки. И не можете понять таких высоких чувств. И вот смотрите, завтра будем обсуждать это, 35 главу. И вот Венугита, и сегодня конец. Bikririta vajavadu viridam chavish Saddhan netam mano srinavad atavarna yadija Vaktim param bhagavat pratilobhya kamam Ridrogumas supahinat achidena dhira Vanchakalpadurasya kipasana Patitanam pavane bhuvishnabhyo namo